после матча пресс-конференция Валерий Рычкар, главный тренер Ростова. Вашему вниманию, пожалуйста, ваши вопросы о прошедшем матче. Пожалуйста. Андрей Георгиевич, сколько нервов у тренера отнимают на такие игры, когда вы видите, что команда полностью доминирует, все 90 минут не может, Не знаю, не могу определить, сколько конкретно, много. На вас по ходу игры уже ниже концовки не сложилось впечатление, что у Ростова просто удача вернулась, не знаю, что-то, что мы забить никак не могли, получалось. Да нет, мне такого не по поводу удачи. Там, бывают игры, когда тяжело залетает или ничего не залетает. Бывает игры, бывает два момента, два гола. Так что раз на раз не приходится, но другое дело то, что там, после первого тайма особенно, скорее всего, наверное. То есть да, недоумение, сюрреализм какой-то. Команда доминирует полностью. Играет и создает, не забивает и сама себе привозит еще. В очередной раз уже. Вот это напрягает. Павличенко сегодня победным голом купил весь сезон, который, как он сам сказал, получился для него не совсем удачно. Да нет. Окупать нечего. Работает, пускай работает. Хорошо работает, молодец. Приносит очки, но это его работа. Вы перед игрой, я обратил внимание, очень тепло, достаточно долго общались с коллегой Деграсси. Вы знакомы с ним раньше, как и по Испании, может быть? Нет, по Испании точно не знакомы, мы уже познакомились в Оренбурге, когда мы играли. Вот, ну, я сейчас пообщались, естественно. Отсутствие Махиби сегодня, это все еще следствие этой травмы Воронежа, которая... Да. Еще вопрос. Миронов до конца сезона уже не сыграет? Нет, не сыграет. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста, еще вопрос. Сегодня матч именно по игре лучше, чем с Краснодаром был в Краснодаре или нет? Просто вы его раньше назвали лучшим сезоном. Сегодня нет, не лучше. Не лучше давно. Не потому, что мы там плохо играли. Здесь еще надо учитывать уровень сопротивления. То есть сегодня, понятно, Краснодар. Уровень сопротивления в Краснодаре или даже здесь в Ростове с Краснодаром, то есть абсолютно другой, естественно, был. То есть они прессинговали и владели, и хотели владеть мячом, то есть как бы абсолютно разные игры, которые сравнивать невозможно. Да, конечно. В этом сезоне первая часть была не самая удачная, во второй команда одна из лучших в чемпионате, можно так сказать. Скажите, какой книгой или фильмом вы бы могли охарактеризовать происходящее с командой в этом сезоне? Еще раз, да? Каким чем? Ну, с какой книгой или фильмом вы бы могли... Книгой? Да, или фильмом. Что вам в голову приходит? 11 друзей Оушена. Спасибо. А еще вопрос есть какой-нибудь? Нет? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.